своих комнатах мне сидеть. Мне очень одиноко сейчас. Меня называют Ник Рок-н-ролл. Никакого отношения я к музыканту не имею. Потому что для меня музыкант — это все-таки... все-таки это человек стихии. Я хочу найти такие рок-группы, которые бы заставили меня и смеяться, и плакать, и кричать, и летать, и все это одновременно. Было бы замечательно. Хлынет волна, из которой тебе нужно найти одну жемчужину. Так? Ну, жемчужину, которая прикипит к моему сердцу, в частности. И у тебя есть силы еще? Ну да, как у дурака Махорки, как говорил в Владивостоке. Это просто слишком для меня. То есть, тогда можно действительно восьмерочкой под гитару, понимаешь, там, спеть про жвачку. Мы можем высказываться, как хотим, что хотим. Все остальные ссад. А у них есть что терять. Студии, лейблы, блядь, контракты. У нас нет ни одного контракта вообще. И мы ни с кем никогда ничего не подписывали. Даже наш последний альбом, который таким тиражом вышел, мы его не подписывали, ёпта. Очень много людей, они довольны тем, что есть. Они считают, ну, как бы, что достаточно. Телевизор вот есть. По телевизору все говорят. Да, телевизор, вот. Радио, понимаешь? Мейнстрим. Да. Если, допустим, одна группа появляется, потом вторая, и вот это вот independent, ё-моё, независимость, вот это, она как бы идет определенным движением, а потом на это начинают обращать внимание там всякие продюсеры и, в общем-то, менять концепцию. Тюрьме. Их били дубинами. Их разлучали с матерью. Они за веру свою успели пострадать? За веру в рок-н-ролл. Сейчас такое время, что вроде как все устаканилось. Ну, если все поверхностно смотреть на все это, на самом деле никогда ни хрена не будет все круто. Потому что есть всегда политика, есть всегда какая-то другая жизнь. Кто по этой политике? Послушайте их альбомы. Там что, кто-то говорит о Беслане или о Леонардо Досте? Мы говорим об этом прямо. Потому что это реально событие историческое.
И мы не хотим мимо него проходить. Политика – это очень земная штука, то есть к ней вообще никогда не, нельзя даже приближаться. В творчестве абсолютно никак, мне кажется. Правительству выгодно видеть мейнстрим группы. Так было всегда. И чем 21 век отличается от 20 века в этом смысле того слова? Да ничем.